4 апреля в Доме дружбы народов Татарстана состоялся торжественный концерт, переуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Туркменистаном. Генеральное консульство Туркменистана в городе Казань совместно с Институтом международных отношений Казанского федерального университета провело масштабное культурное мероприятие, гостями которого стали представители правительственных органов, а также обучающиеся иностранные туркменские студенты. Мероприятие это не первое и не крайнее. Впереди у нас большая программа совместная, об этом вот господин консул. Я думаю, и сегодня, и я смогу свое выступление отметить. Наши взаимоотношения очень позитивные, и речь шла именно о проработанности каждого мероприятия, которое носит не только образовательный эффект, не только научный, но и общественный резонанс. Мероприятие началось с приветственного слова Риммы Ратниковой. Депутат Госсовета Республики Татарстан зачитала поздравления от имени председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина. От имени депутатов Государственного совета Республики Татарстан, Совета Ассамблеи народов Татарстана и от себя лично горячо и сердечно поздравляю с 30-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Туркменистаном. Также с торжественной речью выступили представители Министерства иностранных дел России в городе Казани Радик Вахитов, директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов, а также генеральный консул Туркменистана в Казани Атадурды Байрамов. Глубоко уважаемым президентом Туркменистана уделяется важное значение дальнейшему развитию и укреплению стратегического партнерства по всем трем направлениям – политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному. На мероприятии, помимо официальной части, была представлена концертная программа, в которой осветили номера туркменской, русской, татарстанской и других культур. Также гостям торжества удалось ознакомиться с национальными музыкальными инструментами и книгами, которые посвящены богатым традициям Туркменистана. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.